На Урале мать, борясь с курением сына, сама стала фигуранткой административного дела. Курьезную историю рассказали в МВД России по городу Ирбиту, куда 44-летняя горожанка принесла заявление о краже вейпа у ее 14-летнего сына. На вопрос, а откуда у ребенка вообще взялся вейп, мамаша, ничтоже сумнящийся, призналась, что сама купила ему этот электронный прибор, пытаясь отучить сына от курения сигарет. Это признание имело для женщины неожиданные последствия. Она сама стала фигуранткой административного дела по части 2 статьи 6.24 Административного кодекса за вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака или никотиносодержащей продукции. Постороннему человеку это правонарушение обошлось бы штрафом в 1-2 тысячи рублей, а вот родителям подростка уже в 2-3 тысячи. В полиции растерянные женщины сообщили, что это даже хорошо, что вейп у ее сына украли. Иначе, если бы полицейские встретили бы подростка за использованием этого прибора, то штраф наложили бы на обоих и на подростка, и на мать за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Правда, умные люди из числа земляков Незадачливые мамаши советуют обратиться к юристу. Ведь электронные испарители часто не содержат не только табака, но и никотина. А значит и привлечь ее за вовлечение в потребление никотиносодержащей продукции своего 14-летнего сына по идее нельзя.